Я читаю 109-й псалом, псалом Давида. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь с Сиона, господствуй среди врагов твоих. В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни. Из чрева прежде деницы, подобно росе, рождение твое. Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мельхиседека. Господь одеснует тебя, он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной. Из потока на пути будет пить, и потому вознесет голову».